сопротивляйтесь, я не сопротивляюсь. Вы ничего не доказали. Не оказывайте сопротивления. Не оказывай руки за спину. Мы не имеем права судить, это работа судьи. Мы ничего не утверждаем, но жертва указала на нее. Завтра утром все будем выяснять. Милая, сегодня уже ничего не решить. Можно я с ней поговорю? Разрешите? Нет, стойте здесь. У вас будет еще много времени. Не надо мне приказывать. Спокойно. Вырвали меня из кровати. Аккуратнее, голова. Вы не знаете, кто в вашем доме употребляет крэк? Нет, какой крэк? Мы нашли наркотики в вашей комнате. В моей комнате. А что вы там делали? Сами подбросили. Обычно наркоманы скрывают свою зависимость от членов семьи. Поэтому ее сын так остался. Он и не догадывался, что мама употребляет крэк и кокаин. Он также не знал, что она ворует. Все резко поменялось. Сегодня его маму забирают в тюрьму.